В начале работ на привокзальной площади было снято старое асфальтное покрытие. Затем рабочие Губдорэкспострой приступили к самому трудоемкому этапу. Подготовили основание дороги и уже сегодня приступили к укладке выравнивающего слоя асфальта. То, что касается проезжей части асфальта, парка Мананкаве, черноземный колен, светильник та сварен, мы дун нозан там, она дуа дун нозан одени ум, и дуа ранджи одениц. А у дома бокушты там, объект уже изданный одени. Улица пользуется большой популярностью у автомобилистов и горожан. Ремонтные работы здесь никогда не проводились. Появились многочисленные ямы, а из-за отсутствия ливневок в дождливую погоду улица превращалась в большую лужу. Сейчас же улица благоустраивается, учитываются все дорожно-строительные нормы. Проектировщик не учитывал, что Амшедон слос Шамбой, да вина звонит, что мы нахер подымагаска, бофтат там люди. Работы в самом разгаре и в сквере. В изначально разработанный проект были внесены изменения. Для комфорта отдыхающих и ожидающих общественный транспорт здесь появятся парковые скамейки и фонтаны для питья воды. Дорожки уже уложены тротуарной плиткой, смонтирована и водопроводная сеть. Чисто на же плитка шедима, джам, когда я ходил канута, чудис памятник. Памятник, автозадима, спецтехник аркуттам, и не прхкуттам, нахи ходу магаска. Маджима нашел два треугольник сарстам, шамай, амеджин бомдатта сасарам. Маджи остай чернозу, амеджин маджи баласта, височистам, шамай, ифка баласта кусештурят, ябене бомдатта, джин кругом, работы по обновлению улицы в рамках инвестиционной программы будут завершены в ноябре. Анжела Кукоева, Аида Кочев, Оксана Таттаева. Информационный выпуск сегодня.